Батьціні латишський, синесе рози. Бект вай скрєт. В предыдущем выпуске мы рассмотрели примеры употребления глаголов «браукт», «накт», «стайгат». «Нацис клая картея из райдиумс». Вышла очередная передача. «Ун, кас пирмайс брауц, кас пирмайс маль». Те слушатели, которые уже с нами, первыми узнают что-то новое. Продолжая тему передвижения, сегодня поговорим о беге. В чем разница между словами «бегт» и «скрет»? По-русски это просто «бежать». И я, честно говоря, даже не задумываюсь о том, где и когда это слово нужно употреблять. Говорю, как правило, «бегт». Да, но только если вы говорите «es bēgu», то это значит, что вы убегаете от чего-то в прямом смысле, например, от опасности, или в переносном, от ответственности. «Es bēgu no suņa» – «я убегаю от собаки». О, ну suņa never bēgt. Нельзя убегать от собаки, она примется вас догонять. Я, protams, сапрату, «nedrīkst bēgt no suņa». Если нельзя, то, скажем, «nedrīkst». Хорошо, а во всех других случаях используем глагол «скрет»? Да, например, «es skrienu maratonu», «ту skrienu с дарбу». А в переносном смысле «бежит только время» или, можно сказать, «бегут облака»? Можно сказать «макуани skrien по падебешиям». А как сказать «спортсмен пробежал большое расстояние»? «Спортисц паскрея»? Ну, нет, «спортисц носкрея» лелу атталуму. О, я слышала фразу «вилциенс носкрея но следем», поезд сошел с рельсов. Да, и это второе значение «носкрет». Я знаю еще «скрайдит», это вроде бы то же самое, что «скрет». Но не совсем. Это как «лет» и «лайстит». «Скрет», «лет» — это разовое действие, а «скрайдит», «лайстит» — повторяющиеся. Например, «сунс скрайда шурпутурпу айс прека». Пёс носится, мечется туда-сюда от радости. Маты лайста путес дарза. Мать поливает цветы в саду. Путес вайк регуляри лайстит. Цветы надо регулярно поливать, так? Да, именно так, да. И если насущные дела не сделаны, то получится как в поговорке. Казгульбина скрайда накты. Кто днём спит, тот ночью носится. Кстати, в латышском есть выражение «носится, как угорелый». Да, есть такое «скрайда ка садедзис», «вай ка апсвилис», «ка негудрс». О, буквально то же самое, что и в русском. Может, есть и выражение «побежал, что есть мочи»? «Скрен ка вейш», «нема кайус пар плесием». Кстати, вы знаете, как по-латышски удрать? «Мукт», «байлигс пац но сава сэна смук». Трусливый сам от своей тени бежит. В переносном значении «бэгт» означает «избегать». То есть можно сказать «вини бэг но отбилдейбас». Они бегут от ответственности, что значит «вини извайрас но отбилдейбас». Есть одно словосочетание, которое можно понять неверно. Как думаете, что значит «бегош скатенс»? Нет, это не беглый взгляд, а опасливый, избегающий взгляд. «Извайрикс скатенс». Об этом говорят иногда «ацис скрен», «ацис шаудас узвисам пусэм». У человека неспокойный взгляд, «немерикс скатенс». В простонародье есть выражение со словом «вага» – «борозда в земле». «Немт вагу», «лайст вагу», «бэгт» – это то же самое, что и «лайст лекас», «лайст каям валю», «дот каям валю», «удирать», «давать волю ногам». И устойчивое выражение со словом «бэгт». «Бэг ка вэлнс но круста» – «бежит как черт от ладана». «Бэг ка но угунс» – «бежит как от огня». «Аугстун карстс скрен пар каулием». Так говорят о лихорадке или о страхе. «Дребули пар скрен пар каулием».
Кроме того, по-русски говорят «время бежит». По-латышски то же самое можно сказать о часах. Можно сказать «лайкскрен» и можно сказать «пулкстенскрен». И это будет значить, что человеку кажется, что время бежит очень быстро. Paldies, Inesa. Laiks paskrēja kā viens mirklis. Время пробежало как мгновение. Подтяни латышский с Инесой Розы.